хватит. Ну, вот это как бы не сцена, это тебе, ну, не твоя публика, это вот, ну, ребята, которые заслуживают правду. Типа, ты можешь просто нормально уже голосом. Ладно, ребят, извините. Вот. Извините, я вас все это время обманывал. Мы сколько с ним виделись, он постоянно говорил вот таким голосом. Вот этим писклявым, вот этим вот надавленным на яйца голосом. Это ужасно, неприятно вообще таким слушать. Я вас всех понимаю. Вот. Наконец-то ты перестанешь обманывать свою аудиторию. Вот, да. Наконец-то буду честен максимально не со своей аудиторией. Максимально буду честен как бы с твоей аудиторией. Вот. Спасибо, спасибо, Андрей. Пожалуйста. Реально, просто, ну, вот эти шутки твои по поводу голоса, ну... Уже задолбали, да, все? Ты правда смешно. Ну, раньше думал, сейчас вот понял уже, что никому это нахрен не нужно, и как бы... Признался. Мы любим Андрюшу, спасибо, ребята. Спасибо. Ребята, едем в рентал.